Муфтий Дагестана встретился с финалистами конкурса по книге «Благонравие праведников», которые приехали из различных регионов России. Духовный наставник рассказал гостям о цели написания своего труда. Шейх Ахмад Афанди отметил, что книгу, собранную из высказываний великих ученых и праведников, он составлял в первую очередь для себя и своей семьи. По моей книге делают конкурс. Правду говоря, неловко я чувствую, когда говорят «моя книга», потому что кто такой я, чтобы и книгу написал, и кто такой я, чтобы по моей книге конкурсы проводили. Мне это очень неудобно, неловко я чувствую. Я рад тем, что вы вот изъявили желание вот это изучать. Еще раз я повторяюсь, не из-за того, что это моя книга, а за того, что это слова хороших людей, святых людей. За их святость я вот свидетельствую, они все хорошие люди, кого я цитировал. Шейх также подчеркнул, что путь, к которому призывают праведники, упомянутые в этой книге, и есть путь искренности и благочестия, путь познания своего Создателя. В завершении муфтий пожелал участникам и их родным счастья в обоих мирах.